Итак, всем привет, мы продолжаем проходить социальные хил 4. Как вы помните, в прошлой части мы опять оказались в метро, и, собственно, мы возвращаемся туда. Как я понимаю, наверное, скорее всего, все локации, которые мы уже пошли, они будут сейчас идти повторно по второму кругу, по второму разу. Возможно, я ошибаюсь, но это выглядит так на текущий момент. Не знаю, что будет дальше, в общем, посмотрим. И, как мы видели, Айлин очень сильно тупит. Нам сейчас ей придется повезти, блин. Через Синтию опять, бля. К сожалению, Алин бежать не может, поэтому... придется сейчас, чувствую, помучиться. Даже нам надо вернуться вначале к этим туникетам и через них как-то пройти. С помощью, точнее, карточки. Где карточка-то, кстати? Вот она. Синтия этого спокойно сделать не даст, как мы понимаем. Да, вот, конечно, куголя тут делать приходится очень много. Я это никогда в играх не люблю, когда куголя делаешь. Вообще не люблю, честно. Ну, очень. Так, Синти, пожалуйста. Надеюсь, ты не тут. Вроде пока спокойно, а тут вот его не сгазить. Блин. Прошу прощения. Нам сюда. С кнутом ходит, блин. Айлин не хватает только кожаного костюма BDSM, блин. Для пущего погружения в атмосферу. На удивление, пока идем вроде бы спокойно, кстати. На удивление. Блин, да неужто мы спокойно это пойдем? А где же Синтия тогда? Кстати, не пофигу ли вообще, где она? Логично же. Да, логично, пофигу, где она. Просто идем. Хотя, возможно, может, этот поезд надо было запустить. Но я что-то не думаю. Потому что, мне кажется, все-таки тот поезд, с которым Синтия была. Такс, ну вот мы... Да, блин, не может использовать, да твою. Да-да-да. Так, теперь нам сюда. Да, блин, используй. Блин, а мне же сейчас придется походить через эти... Блин. Так, давайте-ка пистолет, наверное. Потому что сейчас придется... Как это? На экскаваторе спускаться, а там... Эти чувачки будут, блин. Я боюсь, они один потепят. Ладно, попробуем искнем. И уже есть главное, позади уж. Походим. У меня потом уже мало вообще, блин. Отсюда валим нах. Я так понимаю, мне в этот поезд, блин. Так, ну давайте-ка. А тебя я полечить не могу. Блин, я только себя могу, блин. У меня, кстати, патроны кончились. Тут у нас еще Синтия. Ползает. Стервоза. Уйди, дай пойти. Дай пойти. Дай пойти.
Алин, Алин, походим, идем, идем, не тупи, идем. Да какая клюшка, ты издеваешься? Капец, бот тупой. Все, нафиг, валим, валим. Ты издеваешься? А, вот, отлично. Поезд поехал совсем немного. Надеюсь, этого достаточно. Господи, какие великолепные звуки. О, меч еще один. То есть у меня уже два меча? Это хорошо. Наверное, следующий раз я просто не буду париться кого-то этого призрака следующего, просто покалим мечом, блин. Надо было так и с ней поступить. Салливан. С Абейзом, что ли? Ой, блин. Стой. Сука. Сбиваешься. Да падай, блин. Что-то ему это что, нравится, что ли? А, мне кажется, это его нифига не убьет. И теперь у нас будет преследовать чисто. Надеюсь, не так. Так, опять какой-то спуск. Дайте угадаю, сейчас мы в лес попадем, да? Так, ну мне бы, я не знаю, вернуться домой и скинуть лишние вещи, блин, наверное. Блин, надо было его поколоть этим мечом, на то и, блин. Что-то я не допил. А может это нельзя? Ладно, пофигу. Чё-то я медальон, что ли, скинул? Блин, походу на то. Так, ладно. Надо скинуть вещи. Да и взять аптеку и пучи фигни. Попускаем. Так, вроде все спокойно. Пока не имею, на первый взгляд. Кстати, вот это здание напротив, это, я так понимаю, не здание. Это есть одно общее здание с нашим, просто строение такой формы. Так что вот поэтому мы и были в тех квартирах, когда были в параллельном измерении, или как назвать его. Все спокойно. Даже чуть не верится. Так, это скинем. Это, наверное, нам больше не понадобится, я так думаю. Одну штуку возьму. Тоже возьму. Так. Отлично. Нигде ни на что не действует. Вроде нет. Значит, спокойно. А за дверью, кстати, вообще что-то в последнее время ничего не происходит. И это вот, кстати, печалит тут. Раньше как-то было интересно смотреть в глазок, вот в стены, за окна. Каждый раз что-то новое происходило. Сейчас же тут ничего не происходит, кроме этих привидений домных. Как-то это даже немножко неинтересно стало, если честно. Может, по радио что?
Ничего. Да, грустно. Конечно, я, в принципе, не требую тут чего-то невозможного, но как-то все так мечи оставлю, наверное. Ну, как-то все тут слишком однобазно, что ли, стало. То есть, раньше сюда было интересно возвращаться, что это было такое, а тут теперь, кроме этих поведений, ничего нету вообще. Да. Такое чувство, как будто тут уже и в этот момент выдохлись, и поэтому... Не только повторение, но еще и ничего не происходит. Жесть. Сейчас, я так понимаю, мы попадем в другой мир опять. Я логически могу предположить, что это лес будет, потому что, мне кажется, сейчас повторение просто всех локаций будет. Если честно. Блин, так и хочется нажать на эту иконку, думаю, что сохранение. Привычка уже с третьего Silent Hill. Открыто. Пошли. О-о-о. Ну да. О, господи, ну вас не хватало. Да, я их не добью. Офигенно. I can read this writing. It looks like some kind of a diary. Here goes. October 3rd. I played with Bob again. I went even further this time. The writing fades out after that. А, то есть ты это можешь читать в отличие от меня. Это хорошо. Это что? Святое пламя. Это факел. Темные места. Кстати, у нас же тут по всей карте вроде бы либо сброс на колодце. То есть теоретически факел можно использовать, чтобы подсветить то что-то в колодце. Ну-ка. Надо же. Может, его еще и как оружие можно использовать. Чисто по фану. А, вот он колодец. Голову куклы. Ты издеваешься? Стой, стой. Куда побежал? Зашибись, он тебе меня чуть преследовать еще будет, что ли? Да блин. Ой, капец какой-то, капец просто. Блин, это жесть. Блин, он за мной идет, офигенно просто. Просто топаем нафиг. Не, вообще, это жесть, он теперь меня еще на всей карте будет преследовать. Here goes. October 15th. Bob is gone. Nobody will tell me what happened. I bet... I can't read any more than that. Черт, ну если этот говнюк Дин Сильван нас будет преследовать на каждой карте, это просто жесть. Сюда, кстати, он не идет. А то что написано. Here goes. October 18th. I have to stay in the round cell, even if I read well tomorrow. If I do it, God will be happy. So I will do it.
He comes into the round cell a lot to visit. Вот на человека. But it's okay, I guess. 5 по той же местности. Для чего я, кстати, голову, блин, этого манекена взял, для чего это там вообще было? Это что за письмо? Здесь что-то и ничего. Я чувствую что-то в колодце, чего-то не хватает. А, началось, Джаспел. Началось. Ничего нельзя взять. Так. Хотя тело мое может быть уничтожено, я не попущу тебя. Чтобы подготовиться к получающему мудрость, я возрез свое тело на 5 частей и спрятал их в темноте. Когда мое тело снова будет единым, путь будет открыт. Если ты, получающий мудрость, ты поймешь мои слова. Это он начался. То есть что, мне манекен по частям что-то собрать? Офигенно. Ну да. Еще 4 части. Так, тут у нас же будет дыра в стене была. Да, кстати, вот она и есть. А что тут на камне написано? Давай почитай, что ли. Куда ты побежала? Что ты там делаешь? Господи, ну тупой бот, это вообще капец, он в забое заставил. Чё тут читай? Here goes. March 17th. I went to Ashfield again. It was my fourth time. Just like last time, my mother... something... The city is scary, and the apartment where my mother is has... I can't read any more than that. Mm-hmm. Черт, ну Лоутов Сальва нас тут будет, походу, преследовать. Это... И он вроде не выглядит привидением, то есть логически... Я смешно, что в него можно меч фигануть. Так, давайте-ка я вернусь сначала туда, потом... Пойдем, наверное, вот сюда, в эту сторону. Постепенно так исследовать. Да, весело, конечно. Хотя веселого ничего нет, одно повторение. Едоить, колотить. Ослабит. А, я, кажется, понял. Просто постоять с этой фигней, что ли, тут? А в натуре ослабляет. Просто исчезает. Угу. Исчезла, кажется. Или, хотя нет, еще не исчезла. Свечку, что ли, еще ставить? А, не, кажется, уменьшается. Как чувствую, что-то новое произойдет. Все. Отлично. Да, блин, тут вообще уже смотреть нечего, по сути, одно и то же. Вообще ничего нового. Вот и интерес из-за этого сюда возвращаться уже меньше. Намного меньше. А, нет, что-то есть, ну-ка. Так, моя теория такова, Волтов не умер в тюрьме. Самоубийство совершил кто-то другой. Либо тот человек, который полиция арестовала, не был настоящим Волтовым Сальваном. Я не могу узнать, что на самом деле произошло в тюрьме, но в любом случае Волтов не умер в тюрьме. Человек в пальто, который появился здесь, был настоящим Волтовым. 7 лет назад он сделал что-то в этой квартире. Я уверен, что есть связь между этим происшествием и теми странными вещами, которые здесь происходили. Еще немного, и я распутаю это дело. Я даже чувствую, что настоящий Волтов где-то поблизости. 18 июля.
Так, остальные спокойно, надеюсь, тут. Так, надо рассмотреться, может, вонишь тут. Так, он мне включен, амулет, да. Нет, тут все спокойно. Ну, как, грязно, но спокойно. Это не можешь не радовать. Так. Ну, в газок смотреть, опять же, не знаю, смысл. Да, вообще ничего не происходит. Не, логично, конечно, ночь как бы, но... Все равно как-то вот интереса меньше стало посещать вот эти все места. Смотреть в эту дыру в стене, в газок дырной. Вообще ничего. Грустно, печаль, тоска. Так, это я ставлю. Это, не знаю, может Алин полечить. Хотя вроде бы ХП у нее пока нормально. Даже не знаю. Ладно, скину пока сюда. Так, патронов я возьму две штуки. Пригодятся. Потому что трепет они капитально, конечно. Так, можно даже и полечиться, в принципе. Ну да. Так, ну а то еще одну свечу найду, и надо будет, мне кажется, лучше Алин полечить. А эти пусть лежат по запас. На всякий. Так, амулет выключаем нафиг. И пошли в Дэйщу. Так. Вроде состояние ХП, как я понял, можно понять по синякам на теле. Ну, вроде у нее еще не так много всего. Но на всякий случай, мне кажется, можно будет использовать, если что. Единственное, что этот Волтус Сальван тут шар стоит, это, блин, вообще капец. Опять же, попыхивает каким-то раздвоением, то есть, как бы, ребенок Волтус Сальван, он еще хороший. А вот этот вот взрослый, 30-летний, это полный говнюк. Так, окей, просто не обращай внимания, просто идем. Просто идем. Просто идем, не отставай. Ой, блин, скотина, ты еще тут. Йос, бензопилы, нифига ж себе. Алин, ты где? А, ее тут нету, зашибенно. Салив, он меня бесит. Чё, ты сейчас бензопил это? Уйё. А, я бы не стал. Блин. Да блин, твою мать. Ё-моё. Просто идем, идем, ё-моё. Да не бей ты его, идем. Пиздец. Да. Далеко с тобой не уйдешь. Тем временем мне сняли все ХП почти. Офигенно. Here goes. October 13th. I finally got outside. John is still stuck in that round cell. I hope I read well tomorrow. Could this be Silent Hill Woods? Серебряная пуля оставим.
Давай, читай. Here goes. October 14th. I did a good job reading today. I was so happy. But the 21 sacraments for the descent of the Holy Mother was hard. Here goes. October 16th. Some important people came today. One of them, da... It's cut off. I can't read anymore. Окей. Вообще жесть какая-то, ё-моё. Не, этот говнюк Салливан, это вообще... Я не знаю, как его назвать. Это просто какой-то лютый, блин, пиндец. Here goes. October 17th. The important lady told me my mother was asleep in Ashfield. I have a mother too. I'm so happy. I want to see my mother. Where is Ashfield anyway? Ashfield. Так, ну в Дэл пока не пойдем, наверное. Так, вот, кстати, улиц еще один. Блин, факел еще тут не постоянно, это жопа. Возьму пистолет нафиг. А то этот Уолтер Салливан бесит, скотина, блин. Так, сваливаем. Тут я ничего не попустю, надеюсь. Вроде бы нет. Окей. Чё, ты бы еще могла быстро идти, вообще было бы замечательно. Ой. Просто идем. Не обращаем внимания. Просто гуляем. Сука. А, сейчас ты перешла, зашибись, блин. До этого нельзя было это сделать, да, блин? Пипец, логика. Не, боты, но вас убивают. Вот. То вот входишь в дверь, она не идет за тобой. То не входишь в дверь, она не идет, блин. Как понять вообще, блин? Разум бота непостижим. Абсолютно. Еще этот манекен чего-то собирает тут. По кусочкам. И какая тут посадка FPS что-то пошла. Так, одним меньше. Блин, да чё ж тут посадка такая? Из-за дыма, что ли? Да вроде он не высокополигональный такой уж, прям. Так, надеюсь, в этой стороне у нас хоть преследовать не будет, блин. Если будет, это печально. Ну, не. Тут еще лучше. Да. Просто великолепно. Да ты... Я издеваешься. Ой, все тебе... Блин, ты издеваешься. Блин, ну великолепно. И у меня почти нет ХП. Просто зашибись. Ладно, надеюсь, потянем. Хотя бы этого Салливана нету, чего-то было. Уже радует. А, тем более там дыра, если что, дальше будет. Так что если через что, через нее пойдем. Все ясно, очередной призрак. Походу того подгоревого чувака, блин.
Не, честно, на этот раз я мучиться после не буду. После я его пригвожу нафиг. А то мало тут Сальвана, так еще и этот говнюк тут летать будет. Это же жопа полная. Так, берем серебряную пулю, как я понял. Выстреливаем и пригвоздим. Блин. Короче, выбиваем меч. Так, серебряная пуля. Ай, ладно. Да блин. Ладно, сука. Да блин. Замечательно. Это что? Ладно, возьмем. Да блин. Как вы серебряную пулю используете? Я не пойму. А. Ясно. Отлично. От этого легче стало, конечно, но... Как бы... А, тут и чуть есть, кажется. Не, в общем, по тайпаде, конечно, полностью просто жесть. Даже не знаю. Ну, хотя бы он беспокоить больше не будет. Ой, блин, ну вас не хватало. А, в машине, наверное, ничего нету, так что пофигу. Да блин. Да блин, куда там она отстала? Идем. Капец, хп мало. Блин, еще две локации надо пойти. Не, это, конечно, лучше, чем тот, но, блин, хп-то у меня мало. Сейчас же сдохну. А, вон аптечка. Так, спасибо, хоть аптечки дают. Это, конечно, выручает. Ой, блин. Как вас не хватало. Половина, блин. Ой, еще один призрак доехал. Алин, идем. Не застревай, идем. Что тут отставит, но цена, это, конечно, жесть. Идем. Да блин. Так, отлично. Надо свалить. А то с таким количеством хп я просто не дойду, блин. Не хп тратит, вообще жесть, просто жесть как тратит. Теперь понятно, для чего столько аптечек дают. Ясно. Все ясно. Так, где эта фигня? Берем. Она что ставит? Это на телек, что ли? Да, жесть, блин. Опять интенсивно атаковать начали, ё-моё. Это плохо.
Так, надо бы полечиться. Ладно, возьмем одну эту и... Одну эту. Хотя логически... Да, логически нафиг тратить большую, если можно потратить мелкие. Кстати, в пауду, да? На то и. Ну, точно. Смысл где ужать? Ну, как обычно, ни хера нет. Даже бессмысленно проверять, если честно. Ладно, сходим все, давайте назад. Сейчас, думаю, эту локацию доисследуем немного и, наверное, закончим часть. Не хочу опять затягивать часть, как предыдущую, блин. Потому что все-таки вот это повторное исследование этих же локаций немножко выматывает, если честно. Так, это мы все видели. Так, отлично. Факел. I'm pretty sure that somewhere in these woods is an orphanage called Wish House. Так, колодец вроде бы в той локации дальше, если я не туплю. Да ё-моё. Ой, блин, вообще удачно. Сюда, блин. Сдох хоть? Вроде да. Так, еще свеча. Может, на ней использовать, я не знаю. Фиг знает, посмотрим потом. Такс. Что тут написано, почитай. Here goes. October 6th. Tomorrow is book study in the chapel. If I can't read well, I'll wind up like John. I'm really scared. А тут что? О, там лечилка, ё-моё. Так, к лечилке надо как-то пойти. Хоть лечилки дают, и то спасибо, блин, правда, уходят они моментально, если честно, просто моментально в лёд. Я уже даже пистолет начал в некоторых местах использовать просто. Here goes. October 5th. I got hit again. I didn't do anything wrong. I wish he was dead. Информативный сообщаешь? Так. И что, тут всего лишь один колодец? То есть, логически, 1, 2, 3, 4. Словно частей как-то не хватает, если так посудить. Ой, блин, компания. Идите в задницу. Просто походим, просто походим. Идем, блин, не бей, идем. Да, блин, издеваешься? Да иди сюда, блин. Господи, чего-то в бот, а? Ты мне нервы потепишь в натуре за все прохождение. Это мне тоже надоело. Все, идем. Да не бей ты, е-мое, идем. Господи, упал-то, а? Еще ее тут ждать приходится, замечательно.
быстрее, 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 быстрее. Да сколько у вас тут, ё-моё. Да блин. Да блин. Отлично. Так, в машине, надеюсь, ничего не нового нету. Все лежит, отлично. Пусть дальше лежит. Не мешается и хорошо, блин. Так, а вот тут факел для чего? Логически же, чтобы зажечь. Тут что, где-то колодец есть, что ли? Я не понимаю. Ну-ка, на предыдущей локации. Так, засмотримся. Да нету тут ничего. Тогда ничего не ясно. Допустим, я его зажгу. Что это даст? Сейчас какой-нибудь этот сумасшедший псих окажется рядом. Тут вроде тоже ничего нету. Ну да, вроде бы ничего нету. А, не, есть. Отлично. Знаешь, попустил все-таки. Случайно. I studied archaeology back in college, but I... Так, давай-ка себе подлечим, наверное. Попробуем, хоть это как выглядит, посмотрим. Стоит у свечи, е-мое. А то и исцеляет, кстати, посмотрите. Синяков меньше становится. Кажется. Так, подвинем поближе. О. То есть, логически, они, в принципе, да, помогают. Это хорошо. Так, две части есть. Так, логически, значит, останется еще одна часть. Так, интересно, это тебя полностью излечит вообще или нет? Что-то не похоже. А может и не должно полностью. Не знаю. Ладно, пусть догорит, подождем все-таки, наверное. Да вроде по той панасе бы она, в принципе, не выглядит сильно. Хотя, блин, по вас понижены долахнули. Вот это и смущает, как бы концовки из-за этого херовы не было. Хотя, блин, всего не предугадаешь, опять же. Так, ну ладно, одну свечку я тут нашел. Как я вообще попустил этот хер поместье, честно. Ну, да давай, давай. Все, пошли. Так, тут у нас ничего нет. Какого-нибудь колодца очередного, который я, возможно, попустил. Вроде бы нет. Так, сейчас осмотрим внимательно. Да не, вроде бы чисто. Ладно, пошли тогда дадим этот дубанный манекен.
Так, и логически мне останется одну часть фигануть. Только где ее бать-то? Вопрос. И чем мне даст то, что я его восстановлю, я не пойму. Походу, что ли, где-то откроется. Окей, отлично. И тут знаете что? Наверное, я все-таки закончу тут часть. Сейчас вернемся домой через эту дорогу. Сохранимся и уже продолжим, наверное, в следующий раз исследовать этот лес добный. Так, надеюсь, тут ничего не происходит больше. Да, тут вроде спокойно все. Так, на всякий случай. Так, вроде... Амулет не реагирует ни на что. Это хорошо. Это просто замечательно. Так, скинем это, наверное, сюда пока. Это все, наверное, оставлю, это пригодится. Сохраняемся и заканчиваем часть, наверное. Даже дважды сохранюсь. Ой, такое дело. Так, в общем, что тут, наверное, закончим. Подолжим сейчас исследовать лес. Я не знаю, честно, вот как-то... Сейчас немножко скучно все это пошло. Вот повторение локаций. Как-то интереса меньше, честно, стало играть. Ну, посмотрим, может, дальше все разойдется, как-то поинтереснее будет. Плюс вот этот тупой искусственный интеллект, блин, то, что, блин, не знаю, но это жесть полная. Я предполагаю, что, конечно, я с этим намучаюсь, но чтобы так, это, блин... Сальван тоже этот Волтер, блин, преследует вообще идиотизм полный. Мало этих призраков, которых не убить, так еще и он. Это жесть. В общем, ладно, на этом все. Всем удачи и пока.